Информационная кампания против главы Укравтодора может продолжаться не один месяц, так считают политологи. Напомним, вчера Александр Кубраков направил в СБУ заявление о давлении на него из-за профессиональной деятельности. Подробности коррупционного скандала знает Влада Цуркан. Коррупция и завышенные цены на асфальтобетон. В этом ранее журналисты-расследователи проекта «Бігус.Інфо» обвинили главу Укравтодора Александра Кубракова. На ремонт державних доріг цього року в Укравтодора колосальні гроші – понад 85 мільярдів гривень. Причому близько 20% від цієї суми, а це 17 мільярдів, просто зникнуть в туман. В свою очередь, глава Укравтодора опроверг інформацію, обнародував записи, которые доказывают, что его хотят дискредитировать. Эти файлы Александр Кубраков направил в СБУ вместе с соответствующим заявлением об информационной атаке против него и Укравтодора. Ця компанія замовна. Ну, тобто там згадуються конкретні ресурси, коли він каже, що пан Гриненко каже, що я замовив статті там, де Укравтодор заплатив двом компаніям 50% авансу, а іншим не платив і так далі. Це повна маячня, брехня. Ми фізично не можемо платити більше 30% нікому. Ну, тобто треба просто розумітися на законодавстві, це все видно, да? Тобто він там сам підтверджує, що він замовляв. Кроме того, в государственном агентстве отметили, что против Укравтодора спланирована целая медийная кампания. Это подтвердил Центр контент-анализа. Политологи уверены, попытки сместить Кубракова с должности на этом не закончатся. Безусловно, они могут продолжать это давление, как бы там, и попытки снять нынешнего главу Укравтодора. С одной стороны, ну, информационно, понятно, что какие-то там еще статьи, какие-то материалы могут появляться, но могут быть абсолютно другие методы. Ну, смотрите, как пример. Создание, например, какой-то следственной комиссии в Верховной Раде. Есть же там профильный комитет, профильное министерство. Да? То есть вот эти моменты политические, они могут присутствовать. Большинство экспертов убеждены, кампания, дискредитирующая Кубракова, началась из-за того, что многие игроки дорожного рынка оказались неконкурентными в условиях открытых процедур, которые соответствуют европейским стандартам. Проблема в том, что он намагается изменить правила игры в тендерних умовах на користь держави. І це не подобається багатьом учасникам ринку, які не готові забезпечувати якість, які не готові забезпечувати фінансові зобов'язання, які хочуть приймати участь в якихось непрозорих схемах. Чтобы подтвердить манипуляции журналистов, в госагентстве пошагово показали процесс формирования цены на асфальтобетон, закупаемый облавтодорами. Эта информация находится в свободном доступе на официальной странице Укравтодора. Влада Цуркан, Киев, Твой дом.